Закалин Григорий, и вот пошли вот его дети, потом вот пошли вот его братья, его вот этого деда, да, его родственники, да. Алла и Людмила не могут наговориться со своей троюродной сестрой Лидией. Здесь, у Вечного огня, они встретились впервые. Повод повидаться более чем серьезный. Благодаря поисковикам теперь они знают судьбу своего дедушки Григория Закалина. На этих карточках обычно люди от истощения умирали. Вот прям вот через одного, как бы, болезни, истощения. Потому что трудовой лагерь на износ. Потому что это война на уничтожение. Две строки, но в них судьба солдата. Григорий Закалин ушел на фронт, когда ему было 32 года. В Орловской области его остались ждать жена и пятеро детей. В июле 41-го под Вязьмой красноармеец пропал без вести. Что было потом, родственники не знали. Установить истину помогли поисковики. Последнее письмо с такой-то полевой почты. По номеру этой полевой почты наши специалисты выяснили, какая войсковая часть. Какой полк. Выяснили, в какой дивизии этот полк находился. Проследили боевой путь дивизии, поняли, да, действительно под Вязьмой. В боях под Вязьмой пропал не только Григорий Закалин, а весь полк, в котором он служил. Даже документы не сохранились. Но недавно оцифровали и залили в архив базы, вывезенные союзниками из немецкого лагеря. В них-то поисковики и обнаружили карточку пленного Сакалина. Так исказили фамилию красноармейца при переводе с немецкого на русский. И Сакалин никогда родственники не будут искать, потому что у них нет такого опыта. Вот. А, к сожалению, здесь вот транскрипция с немецкого на русский сыграла такую роль. И государство действительно проводит большую работу, и вот именно Закалин, он попал, вот эта карточка из плена, она очень сложными путями, но она к нам попала. Папку с собранными документами поисковики передали родственникам погибшего солдата. Сдерживать эмоции получалось с трудом. Несколько лет внучки героя по крупицам собирали информацию, чтобы, наконец, получилась завершенная история. Мы так хотели давно узнать судьбу деда, который пропал вот под Вязьмой. Мы больше ничего не знали, кроме того, что он пропал именно под Вязьмой. Теперь вот хоть у нас какая-то картинка сложилась, мы теперь уже какое-то представление имеем. Известно место захоронения, но не конкретного человека, а где они все с этого лагеря там покоятся. Может быть, когда-нибудь судьба сложится. Такие истории, говорят поисковики, происходят все чаще. Количество заявок на поиск данных об участниках Великой Отечественной в этом году существенно выросло. В 2019 году по всей России их было не более 5000, а в этом только за два месяца в 3 раза больше. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».